Друзья, всем привет! Вы снова на канале Робет 64. Не переключаемся, остаемся с нами. Всем хорошего просмотра, а также приятного аппетита. А мы начинаем. Ох, чухонь, пойдем. Пойдем, рыбка, на, иди. Иди, на, иди. На, на. Ох, свежий чухоньку. Ох, ну иди, вот так. Иди, 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 пробуй. Сегодня мы приготовим совместно с Федей узбекские манты. Для этого нам потребуется мясо, лук, соль, зыра и черный перец. На килограмм мяса, килограмм лука. Федь, ну что, начинаем? Угу. Я тебе помогу, ты пока лук режешь, я мясо порежу. Предыдущем ролике, да, Федь, вот один там, я непонятно, по чужим каким-то ником написал якобы Алексей, за сколько у тебя рабы работают. Друзья, я вот отношусь к вам с уважением совсем, и вот на нашем контенте собирается уже определенный круг нормальных, адекватных друзей, девчонок, мальчишек, которые с радостью оставляют комментарии и пишут теплые слова. И нам приятно, и вам приятно. Я еще раз говорю, мы же не считаем себя профессионалами, готовим с душой. Федя к нам приехал. Хотите услышать его мнение? Вы сейчас услышите его мнение. Вот. А так, впредь, я еще раз говорю, не нравится канал, или, я не знаю, там какие-то хакеры, хайтеры сидят, не пишите, все равно это будет комментарий удаленный и заблокирован. Я еще раз говорю и буду впредь говорить, мы нормальные, позитивные пацаны, реальные пацаны, которые с душой относятся, с гостеприимством и с теплыми душевными словами. Если вам, вот, извините за выражение, нехуй делать, блядь, ну, я не знаю, за забором где-нибудь оставляйте вот эти комментарии. Еще раз говорю, не пишите, не оставляйте. Я понимаю, что не обращаем внимания, но все равно неприятно выслушивать какой-то негатив. Напишите там, ну, неправильно заготовил. Мы готовим, мужики на кухне, готовим с душой. Захотели — так приготовили. Каждый готовит по-своему. Реально по-своему. А если там такие уж на самом деле диванные эксперты, педальные, я еще раз говорю, прямой эфир будем, скорее всего, постоянно проводить по четвергам, напишите время, в какое время удобно, у нас разница час с Москвой, вот, в какое время провести прямые эфиры. В прямых эфирах я оставляю свои координаты, и если хотите пообщаться в реале, без проблем. Если как кто-то комментарии пишет, там, я не знаю, девчонки, мальчишки, если ходят в штанах, а не в юбках, если, ну, нормально, то есть под штанами нормально действует и работает, я вот еще раз говорю, то позвони, скажи это напрямую в глаза, или приехай, не надо за спиной, это хуже всего. Я говорю, хуже всего, когда это все за спиной говорится, какие-то гадости. Ну, скажи свой негатив, позвони по телефону и скажи.
Я еще раз говорю, человек приехал с душою, Петь, я думаю, хотят твое мнение тоже услышать. Конечно. Тоже неприятно человеку, когда он едет работать, отдыхать без разницы, и что-то там написали негативное. Ну, я думаю, каждый комментарий должен быть обоснованным. А это я считаю крысами, просто реальными крысами, диванными крысами, которые бах, написал и в кусты. Будь мужиком. Оставь. С женой сидеть и там болтает. Пускай позвонит они. Если у тебя денег нет на дорогу, мы сами приедем. Сами приедем и обоснуем. Вот за его вот эти разговоры, там рабы, не рабы. Сейчас 21 век, на 20, блин, я не знаю, где у нас уже рабы есть, в каких городах, в каких странах рабы. Друзья, мы добавим курдюк. Кто-то не любит по вкусу. Мы добавим 200 грамм на килограмм. Мне нравится курдюк. Ну что, друзья, сделали начинку, сделали тесто и даем ему отдыхать 10-15 минут. Потом будем уже лепить манты. Прошло, друзья, 15 минут. И сейчас будем подготавливать уже специи в начинку и раскатывать маленькие кусочки, вот эти лепешечки, будем делать манты. Добавим зыры, все укладываем по вкусу. Дорогие мои, ну что, манты слепили. Сейчас будем укладывать их в мантовщицу. И 40 минут будем их варить. Ну и встретимся с вами за столом. Будем пробовать и дегустировать. Ну что, дорогие мои, вот такие сочные, мощные манты у нас получились. Давай, Федь, пробуем. Я сначала лимонадика, чтобы вкус почувствовать. Пишите в комментариях, друзья, правильно вот
С тонкого теста надо манты делать. У нас в России с фаршем делать. А что это правильно? С рубленным мясом. Просто пушка. Вот такие манты. По 100 грамм, да? Вообще прям зачет. Залетят. Можно и по 3 съесть. Да и еще. Ох. С зигирным маслом вообще прям так. Ну что, дорогие мои, мы эту рюмку подымем за вас, за по ту сторону экрана, за ваше здоровье, за здоровье родных и близких. Пусть вот эта зараза пандемии всех обойдет нашей стороной. Да, Федь? Да, конечно. Желай добрые слова. Твой любимый город Самарканд. Всем хорошего там. Привет от меня. Сейчас бы еще сметанки. Но у вас не со сметаной кушают, да? Идет либо чака, либо кефир. Угу. Манты реально пушечные. Друзья, ну что я вам хочу еще пожелать? Самое главное — здоровье, взаимопонимание, дружба. Спасибо вам за ваши теплые слова, за ваши комментарии, за обратную связь. Мы реально это ценим. Ну, конечно, мы с вами не прощаемся. До скорых встреч. Пока-пока.